Набираем 700 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здорово, ребят, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за МЮ в PS 2020 и продолжаем наш путь в чемпионате Лиги Европы, а также различных кубках. Мы пока что идем на втором месте, у нас 70 очков, борьба очень напряженная, и сегодня нас ждут непростые матчи. Сначала мы играем в Лиге Европы, домашняя встреча против Хетафе, потом выезд в гости к Манчестер Сити, которые идут на пятом месте, ну а после этого кубковая встреча в Эмирейтс Кап против Лестера. У нас Решфорд получил повреждение, его не будет, не знаю, насколько он выбыл. Вот такие вот стартовые составы у нас на эту игру выходят, и, ребят, поехали. Стадион Манчестер Юнайтед принимает матч Лиги Европы, Манчестер Юнайтед Хетафе. Олд Траффорд забит, и мы, ребята, должны побеждать. Сегодня мы играем для своих болельщиков. Сегодня они пришли поддержать команду и посмотреть на победу. Ну и Хетафе непростой соперник. Мы хорошо их помним по испанскому чемпионату. Поехали. Не знаю, насколько здорово сегодня получится у нас сыграть без Маркуса Решфорда. Но тем не менее, нужно пробовать. Сегодня на острие Антони Марсиаль. Помогает ему в нападении Санчо. Это Поль Погба. Передача не прошла. Первая не прошла, но зато прошла вторая. А вот здесь не очень точно сыграли на Джеймса. Отличная передача на Санчо, и она проходит. Санчо нужно бежать. Санчо. Ну куда этот пас? Ну что происходит, ребята? Санчо. Пошла подача. Ну же. Нет, Джеймс не успевает. Успевает защитник. Первая встреча у нас закончилась 1-1, ребята. Мы забили на выезде. Еще одна подача. Попытка скидки. И Менди пошел бороться. Напряженный первый тайм, ребята. Пока не все получается у команд. В первой встрече счет был 1-1. Ну и сейчас тоже ничья. Но эта ничья пока что в пользу нашей команды. Мы забили гол на выезде. И сейчас Санчо несется вперед. И вот здесь не получилось у него как следует остановиться. Хетафе снова в атаке. Кукурелла. И снова Эшли Янг. Просто красавчик. Санчо. Поль Погба. Разгоняем сейчас атаку. Погба. Джеймс. И надо бить с левой. Удар Джеймса. И, по-моему, даже не угловой. И снова Джеймс. Удар по воротам. Спасает голкипер. Ну, пока Джеймс, наверное, один из самых активных у нас участников. И особо-то выпускать у нас некого, ребята. Обычно, если уставал Решфорд или или Марсиаль, выходил Джеймс на замену. Сейчас Джеймс на поле. Еще одна подача. Удар по воротам. Мимо. Не давать делать передачу. Удар по воротам. Еще один. Что происходит, ребята? Что происходит? Просто выносите мяч. Это был супер момент. Супер момент Хетафе, который они не смогли реализовать. Ну а теперь уже мы несемся в атаку. Передача. Санчо. Удар по воротам. Голкипер этот удар отражает. Классный пас. Ну же, Марсиаль. Джеймс. Удар по воротам. Выше. И Хетафе идет в последнюю атаку. Перехват. Перевод на другой фланг. Здорово, Люк Шоу, вот у него есть силы. Люк Шоу бежит вперед. Передача на Джеймса. Джеймса цепляют за ногу. Ребята, это просто все отданные силы. И все. Мы проходим в следующий раунд Лиги Европы. Вот такой вот тяжелый получился ответный матч. Нули, но они были очень, ребята, сложные. Матич аплодирует трибунам, ну а мы отправляемся на игру против Манчестер Сити. Результаты других встреч. Победа Эвертона, победа Байера, Дортмундская Боруссия, Лион, Генк, Рома, Ливерпуль. Все эти команды проходят дальше в Лиге Европы.
У нас, ребята, встреча с Манчестер Сити. Мы приехали к ним в гости. Это очередной тур чемпионата. Это борьба за высокие места. Сейчас все очень плотно в турнирной таблице. И, на мой взгляд, ребята, вот именно эта карьера за Манчестер Сити, за Манчестер Юнайтед сейчас на канале является вот именно тем, что хотят многие. Здесь борьба. Манчестер Юнайтед давно не был на первых местах в турнирной таблице. Мы боремся в Лиге Европы. Не все получается. Состав не самый сильный. И мне кажется, как раз таки именно эта карьера заслуживает вашей поддержки в виде лайка. Мы боремся, мы стараемся, идем на втором месте. В Лиге Европы с горем пополам смогли пройти Хетафе. И сейчас нам предстоит весьма серьезный соперник, который идет в пятерке. Нам нельзя ни в коем случае сейчас уступать, а сил не так много. За нами идет Арсенал, за нами идет Ливерпуль. И стоит нам сейчас оступиться, мы можем потерять свое второе место. К Тоттенхэму серьезно нужно относиться, так как они, возможно, уже не упустят свою победу. Я имею в виду в чемпионате на первом месте. Ну а Манчестер Сити хочет выиграть. И уже Кун Агуэро бьет по воротам. В чемпионате Англии, на мой взгляд, сейчас в нашей карьере, не сколько команды борются за первое место, а сколько борются за позиции. Выход в Лигу Чемпионов, выход в Лигу Европы. Это очень важно для клубов. И нам нужно бороться именно за Лигу Чемпионов, ребята. Штрафной удар. На ленточке. Или точка. Смотрим, что скажет арбитр. Все игроки Манчестер Сити подлетают к нему. 11-я минута. И здесь в штрафной. Или нет? Нет, все-таки за линией Стоунс сбивает. Нет, все-таки пенальти, ребята. Ничего себе. Берет разбег Поль Погба. И Эдерсон спасает. Шикарный момент. Но, к сожалению, мы им не воспользовались. Это Дэвид Бекхэм. Хорошая передача на Джеймса. Он уходит от соперника. Джеймс. Ну а здесь нет даже штрафного. Джеймс скрикнул, получил по ногам сзади. Но арбитр молчит. Удар по воротам. Заблокировали. Ван Бисака. Вот сейчас. Здорово. Нет, не прошла передача. Ух, какой пас на Куна Агуэро. Если бы он сейчас прошел, это могло бы быть очень опасно. Но я, честно скажу, и не ждал, что сейчас в этом матче будет настоящая какая-то рубка. Команды борются за очки. И любая ошибка сейчас на вес золота. Ни в коем случае нельзя ошибаться. Поль Погба. Это Санчо. Долго замахивался. Пошла подача. Ну же, Джеймс! И мяч прошел выше. Чуть больше получаса остается в этом матче. Опасная передача Бернарду Силва. Откатывает на Дебрюйне. Дальний удар по воротам. Бекхэм успел. Здорово. Ну и вот сейчас Джеймс. Ой-ой-ой. Прямо унесли Джеймса. И он руки в стороны разводит. Мол, арбитр, ну что это? Здорово, ну же, Санчо, удар в дальний. И снова выше. Удар по воротам, здесь спокойно. Ромеро забрал мяч в руки. Тут же быстренько ввел его в игру. Какая передача пяткой. Просто красотища неимоверная, но мяч прошел мимо. Посмотрите еще раз. Морес заброс в штрафную. Пас пяточкой, и тут Кун Агуэро. Но там был рикошет, и из-за этого будет угловой. Ну же, Джеймс, беги, беги, Джеймс! Отлично! Джеймс, выход 1-1, нужно забивать, ну же, Джеймс! И мяч в сетке, 1-0! 10 минут до конца, и Джеймс, которого я оставил на поле, забивает гол. Ух, ребята, классный забросик от Минди, Джеймс! Последний момент. Успел проткнуть мяч аккуратненько в самый уголок.
И 1-0. Поль Погба покидает поле, выходит Фред вместо него. И остается, ребята, 10 минут. 5 минут добавил арбитр. Где ты их насчитал, красавчик? Кун Агуэро. Перевод мяча направо, это Марес. Против него Матич, подача. Отбились. И все. Минимальная победа, ребята, в тяжелейшем матче против Манчестер Сити на выезде. Джеймс, молодой парень, забивает победный мяч. И мы вырываем 3 очка. Давайте посмотрим, как сыграли другие команды. Челси выигрывает у Ливерпуля. А как играет Тоттенхэм? Он проигрывает Саутгемптону. Вот это да, ребята. Арсенал побеждает Борнмут. И смотрим, какие расклады. Мы по-прежнему на втором месте. Арсенал 3-й, Ливерпуль 4-й, Манчестер Сити 5-й. У нас Эмирейтс Кап. Мы встречаемся с Лестер Сити, которые уже идут в атаку. Дехей вернулся на ворота. Удар по воротам, и каркас спасает. Сейчас могли пропустить. Здорово, Минди. Ну и сейчас точную подачу. Удар по воротам, мимо. Это Марсиаль. Обменялись опасными моментами в первые 17 минут. В принципе, обе команды могли забить. Но немножко удача улыбнулась сначала одним, потом другим. И продолжаем. Поль Погба, здорово! Набирает скорость Поль Погба. Прострел. Под удар Джесси Лингарду и 1-0. Джесси Лингард забивает мяч. 37-я минута. Ну и хорош Поль Погба. Ну а вот мы хотели Лингарда продать, ребята. А сейчас представьте, если бы его не было, кто бы у нас играл? Решфорд получил травму. И Джесси Лингард играет на разных позициях. Джесси Лингард отдает. Джесси Лингард забивает. И сейчас он забивает очень важный мяч. Минди пошел встречать соперника. Минди, подкат мимо. Бекхэм. Джеймс. Неплохо пытался перевести. А в итоге вот так вот опасно вышло. И здорово. Фред подстраховывает. 1-0. Лестер, Манчестер Юнайтед. Это Эмирейтс Кап. И это, ребята, жара на футбольном поле. Бекхэм отпустил сейчас Грея. Тут по флангу несется подача, но Минди принимает удар на себя. Джеймс получил по ногам. Мяч подхватил. Минди, удар по воротам. И здесь на месте врата. Что-то они пытаются предпринять. Подача. Бекхэм. Ой-ой-ой. Удар по воротам. И снова Бекхэм отбивает. Ну же, Джеймс. Удар по воротам. Мяч в сетке. 2-0. 2-0, ребята. И Джеймс забивает гол. Красиво разыграли. Джеймс увидел Марсиаля. Получил ответную передачу. И хлестко провил в дальний угол. 2-0. Сил мало. Лестер в атаке, ребята. Джейми Варди. Подача. Удар по воротам. Но здесь Дехея. Дехея спокойно справляется. И все, ребята. Это победа со счетом 2-0. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока.